Боула Йенг был первым азиатом, который в пух и прах разнес все стереотипы о том, как выглядят мужчины Востока. Речь, разумеется, идет о мышечной массе. В то время Боула Йенг казался по-настоящему огромным, но мало кто знает, что у него есть дочь и двое сыновей. Одного из них зовут Дэвид Йенг. Дэвид Йенг родился 3 июля 1974. В те годы Боула Йенг уже снимался в фильмах с легендарным Брюсом Ли. Прививать любовь к спорту Дэвиду начали в 4 года. Первым видом спорта, который мальчик начал осваивать, была гимнастика. В 7 лет Дэвид начал заниматься карате. Азам боевых искусств мальчика обучал сам Боула Йенг. Сын мечтал быть похожим на своего отца и всячески подражал ему. В свои 12 он начал соревноваться по бодибилдингу. На этом пути у него было немало травм, и потому было принято решение разбавить тренировки. Выбор пал на кроссфит, и на удивление это никак не повлияло на результаты в бодибилдинге. И в 1998 Дэвид получает титул «Мистер Калифорния». Дэвид познакомился с Ван Даммом на съемках фильма «Кровавый спорт». Этот человек тоже вдохновлял парня и мотивировал к новым спортивным высотам. Сегодня Дэвид Йенг – фитнес-тренер. Его клиентами выступают многие звезды. Сам Дэвид утверждает, что выполняет 3 тренировки в день. Дэвид успел засветиться и в кино, но пока роли, в которых он снимался, были второстепенными. Найти время на продвижение актерской карьеры Дэвиду непросто, так как работа звездного фитнес-тренера забирает все время. Начинать тренировки приходится в 5 утра, к вечеру сил уже не остается. График у Дэвида очень насыщенный. По его рассказам, работа фитнес-тренером многогранна и увлекательна. Он бы не хотел менять свою карьеру на актерскую, но был бы не против сняться в нескольких картинах с кумирами современности, например, с Дуэйном Джонсоном. Те, кто лично знаком с Дэвидом, отзываются о нем исключительно как о сильном, волевом и умелом в спортивном плане мужчине, но также и порядочном, добром и отзывчивом парне. Рост Дэвида 170 сантиметров, а вес 70 килограмм. В соревновательные периоды его вес достигал 90 килограмм. Питанию звездный тренер уделяет особое внимание. Его рацион состоит из жареного куриного мяса, куриных яиц, овощей и риса. Суточная норма составляет 2000 калорий. Главное топливо для мышц – это сила духа и правильный настрой, позволяющий действовать так, будто ты уже добился победы, говорит Дэвид. «Я горжусь тем, кто я есть», — говорит он, подчеркивая, что главный успех в его жизни — это позитивный настрой, умение не копить обиды и не завидовать другим, особенно если этот другой — самый близкий и значимый для тебя человек. Посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.